Теперь и в торговом центре «Купец» скидки на кожаные куртки в салоне «Ирена». Второй этаж. Апрель – месяц без насилия. В семье, организации, школе, городе. По инициативе Центра управления соцпомощи «Семья» сегодня стартовала акция «Синяя лента». Ее цель – обратить внимание на проблемы жестокого обращения с детьми. История акции связана с трагедией, которая произошла в 1989 году в США. Жительница Норфолка Бонни Финей узнала о смерти своего 4-летнего внука, погибшего от жестокости родителей. В день похорон она привязала синюю ленту к своему фургону, объясняя это тем, что не может забыть синяки на теле своего внука. Эту акцию поддержал наш город. Она продлится до 30 апреля. В программе спортивные соревнования, родительские собрания, конкурсы, лекции и выставки. А началась акция с тренинга для волонтеров родом из детства. Вместе с психологом Центра «Семья» студенты РГСУ обсудили алгоритм действий, если в своей или чужой семье вы стали свидетелем жестокого обращения с ребенком.